Во-первых, я хотел бы поздравить ребят, коллектив, моих родных, дорогих моему сердцу людей, Дильмурата Бахарова, Раймджана Фамраева, всех ребят с праздником, потому что на самом деле дервиши в Астане, это очень здорово. Большой, серьезный концерт. Вот. Ну, вчера на репетиции мне приходили мысли, как это все начиналось. Когда Дильмурат только был дипломатом, лауреатом конкурса «Жасханат», стоял вопрос о том, что Казахстану нужна группа. Если в Узбекистане есть Ялла, у нас должна быть своя. Восточный коллектив. Вот. Эта мысль витала. И решили вот, создать такую группу. Это было прекрасное время. Потому что когда записывались самые первые песни Дервиши, мы вместе это все прослушивали. Радовались, потому что вот рождалась история, и она сейчас уже является большой историей в культурной жизни нашей страны. Теперь дервиши – это не просто гордость уйгурского народа, это гордость всей нашей страны. И за пределами нашей страны их хорошо знают. Они ездят и гастролируют. Это очень здорово. И вот мы уже бок о бок ведем, как говорится, больше 20 лет. Это очень здорово. Мы дружим с семьями. Мы всегда бываем на радостях друг у друга, на праздниках. И это очень здорово. Я от всей души поздравляю ребят. Я думаю, что они заслуживают всех похвал. И особенно, мне кажется, уже не то что, даже немного, наверное, запоздали. Уже давно надо присвоить звание заслуженных деятелей Республики Казахстан, группа Дервиш. Я очень хочу, и очень надеюсь, что руководство, нашего министерства, акимы наших любимых городов, наших столиц Южной, вот, Алматы и сердце нашей Родины Астаны возьмут это на вооружение. И надеюсь, что скоро мы будем опять праздновать вот такую радость, что группа Дервишей стали заслуженными деятелями Республики Казахстан. Ну, главное, конечно, это любовь народа, а они ее завоевали, они во многих сердцах, многомиллионном, в Казахстане и за пределами, их любят, ждут, это очень здорово, вот, я очень желаю ребятам здоровья, счастья, чтобы вы вместе состарились, сидели на юбилеях друг у друга. Вот. Конечно, очень много историй всяких, когда вместе ездили, гастролировали. Ну, все это так сразу не расскажешь. Вот. Поэтому от всей души поздравляю группу Дервишей с праздником, с этой победой, очередной большой победой в Астане в рамках Экспо 2017. Официальное приглашение акима города Астаны. Это праздник. Он очень достойный. Это очень похвала, очень большая гордость, что аким города Астаны пригласил ребят дать концерт в сердце нашей столицы. Поэтому я здесь, я поздравляю. Я был, я есть, я буду всегда с группой Дервиши по жизни.
Вместе идем, творим, побеждаем, радуемся, живем. Дай Бог, чтобы в нашей стране царил мир и покой, чтобы в наших домах всегда было хлебосольно, вот, чтобы мы приезжали друг к другу только на радости, вот, чтобы столица наша расцветала, чтобы страна наша цвела, вот, чтобы мы берегли друг друга, гордились друг другом. С праздником, дорогие друзья!